Всем привет! Вторая серия нового турецкого сериала под названием «Клюквенный щербет» выйдет 4 ноября. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть через день. Если вам понравилась первая серия, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Напомню, что в центре сюжета находится директор частной школы. Когда Кевил Джим развелась с мужем, она начала много работать. Но, несмотря на сильную занятость, она успевала уделять время воспитанию своих дочерей. Кевил Джим – очень самодостаточная и принципиальная дама. Она знала о том, что у ее дочери есть жених, и никогда не была против этого, несмотря на то, что долго училась всего лишь на первом курсе. Только она даже не могла и представить, с какой стремительной скоростью начнут развиваться эти романтические отношения Догу и Фатиха. Вскоре Кевил Джим приходится узнать о том, что ее дочь ждет ребенка, и ей придется оставить учебу. Затем происходит то, что совсем расстраивает Кевил Джим, так как дочь сбегает из дома и выходит замуж за Фатиха. Мать потрясена, ведь ее дочь еще не окончила учебу, и в таком возрасте у нее уже будет ребенок. Когда она стала высказывать свое негативное мнение по этому поводу, то долго стала противостоять матери. Кевил Джим кажется, что она оказалась совсем беспомощной, но впереди ее будут ждать еще большие потрясения. Какие именно, узнаем, посмотрев новые эпизоды. А если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.